о прогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – детский плавательный центр «Аквалайф». 11 июня, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 9 градусов тепла, днем плюс 15, ясно и без осадков. Ветер северный и умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 764 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 11 июня – день Феодосии Колосяницы. Начинает колоситься рожь. В народе говорили: «Не будет за полем, не будет и на поле. Не будет урожая грибов да ягод, не будет и хлеба». Яркого настроения и широких улыбок желаю вам я и наш спонсор – детский плавательный центр «Аквалайф». Незаменимый помощник в укреплении здоровья ваших детей. «Аквалайф», железнодорожная 31А. До свидания!